Первая декада мая в этом году была насыщена праздниками. К традиционным 1 мая, День Победы, добавилась Пасха. О том, как прошли запланированные мероприятия, обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства Чувашии. 2000 акций, фестивалей, концертов. В них участвовали около 500 тысяч человек. Праздники прошли без происшествий. Одно из знаковых событий – парад, посвященный Дню Победы. На площади республики в Чебоксарах военнослужащие, кадеты прошли торжественным маршем. Отдельной колонной двигалась военная техника. Парад можно было посмотреть в прямом эфире национального телевидения Чувашии. Мы с вами очень плотно проводили работу с тем, чтобы эти праздники прошли организованно, а самое главное – безопасно для их участников, потому что еще никуда не делась угроза от коронавирусной инфекции. На всех праздничных мероприятиях дежурили медицинские работники и сотрудники полиции. Несколько сот волонтеров раздавали средства индивидуальной защиты. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.